не составляет труда для Димы. И на этот раз он результативен. Есть возможность достойно ответить сопернику. Слишком сложный выход, но буквально со второго замаха это все-таки был посложнее удар по сравнению с теми, которые он накатывал. А Дима сейчас демонстрирует классный, идеальный выход. Ну, а может быть, не сразу под бой, а может быть, привести... Нет, под бой исполняет. Похоже, что все-таки перевод. Не перевод, он на оттяжке аж на противоположную половину стола. Ну, такие уже трикшоты. Ну, браво. Браво, такой удар. Смело, очень смело. В русском бильярде не часто увидишь, когда третий шар заходит в лузу. Ну, вот чужой с подбоем выбирает Дима в этой ситуации. И уже не ошибается. Вот так. До свояка еще нужно, да, пару ударов. Блестящее исполнение. Я аж затаила дыхание. Забивает. Браво, браво, Дмитрий. Ну что, 80, почти 82,5 минуты.